это правда, я пропадаю. Мне женщину надо, и я это знаю. Чтобы любила, чтобы страдала, со мной говорила, со мной играла. Станет теплее, забыться поможет, но ноги согреть и животное может. Меньше расходов, душой я бродяга. Зачем же мне женщина? Лучше собака. Собака вернее, собака не бросит. Она не подкупна и денег не просит. На зов отзовется и стон твой услышит. Врагов не подпустит и ран залишит. А может мне женщину просто для смеха? Ведь глупой собакой какая ж утеха. Поесть не подаст и постель не постелит. Беду или радость с тобой не разделит. Но женщины проще в трамвай пропускают. Намордник не нужен, гулять разрешает. И многое может своими руками. И пахнет не псиной, а хной и духами. Обнимет, заплачет, прижмет, захохочет. Ресницы не длинными, нос пощекочет. Все, что наболтал вам, друзья. Конечно же, враки, конечно же, женщины лучше. Гораздо лучше. Я хочу представь себе Кандагар, пустыня, это в Афганистане. Лашкаргак называется. Небольшой батальон десантников, залившись в этот песок, жара под 60, женщин нет вообще. Одни воспоминания о них. Бегают собаки дикие, местные, бегают вокруг, там подкатывают тушенки, они вокруг всегда. Афганцы их бьют собак, между прочим, забивают камнями. Вот. И вдруг появляется с неба, спускается, военторг прилетел. Две девушки, одной 65, другой 25. Ну, не важно, абсолютно не важно. Все вокруг бегают, гладят трусы, потому что там форма номер раз, там трусы противогаз, нажарен такой, да? Вот эти обрезают сапоги, шлепанцы делают. Не знают, куда их посадить, чем угостить. Чем в пустыне угостить, чем можно встретить? Свать с небес. И вот размышления десантника, перерывов между посещением военторга, когда прилетает. Он сидит, вот о чем вы думали вы, представьте. Вот представьте, и вам вы сами не поймете, что будет, грустно или смешно.